Информацию услышал. Информацию принял. Спасибо большое, надеюсь, иначе поможет. Доброго времени суток, дорогие друзья. Всем здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать на трансляцию профессионального киберспорта. Сегодня у нас игра... Или две игры, или три. А может быть и четыре, пять или шесть. Посмотрим, как покажет. Но после будет в любом случае какая-то еще штука. Алло, 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 алло. Да, здоров. Здоров. Звонил вам сначала, потому что вам кажется похуй на то, что уже все вас ждут. Да, нет, на лобби мне же не скинул никто ничего. Ну, конечно, не скинул тебе никто, да, ну как же понять-то, это же в Телеграме ничего не да, общаются. Да, люди, да что? Нет же, ну, нет, телеги-то это не было ничего, ну че, что ж я... Как? Слушаешь ты, ну, ты, ну... Как я, сам придумал пароль, что ли, ну? Ну, ёп, ну, как ты, блядь. Ты даже салайт зашел. Какой Sunlight? Sunlight с нами будет. Нет, ну в лобби зашел уже Sunlight, даже говорю. Дреда нет. Здорово! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Челики, микрочелики. Чел, там Хакон против нас играет. Это человек, который будет щелки. До 9500. Как играть мы будем против него? Блять, как-то надо обходить серьезно, его стороной. Может, заказать? Блять, нет, конечно, ты что говоришь, что блядь? Я бы заказал. Так понятное дело, я бы заказал тоже. Он барбан бы у него сразу, три аккаунта купил. И во все тимы бы вступил. Блять, барабан, три аккаунта. Не, главное, барабан еще иногда заходит на свой акич такой вот это вот, погладить свой 63-й или 65-й ранг, типа, смотрит что-то и выходит. Сейчас посмотрим, подожди. Так, ну, не, ну да, неделю назад две игры сыграл, до этого еще месяц назад две игры сыграл. Погладить ранг, это смешно. Смотри, у него, короче, неделю назад, типа, Винлуз, потом два месяца назад Винлуз. Чисто сохраняет ЛБР. Так о чем мы начинаем? Блин, а нам бы, чтобы коры зашли бы в программу голосового общения, чтобы общаться с ними. Я знаю, ММР-турист, конечно, он типа на всем разъебывает. Он такой, типа... Да, он такой ёбарь, типа... Чик-чик-чик. Но все равно. Слушай, чел, так что тебе больше... Как тебе цифка вообще? Я бы поиграл еще в цифку. Цифка? Нормально. Я, правда, зашел типа в соло с компом. Просто посмотреть, что как вообще. И немножко был, озадачен вот чем. Получается, что всегда все одно и то же происходит. Это мне как-то не очень понравилось, возможно, я что-то не понял. Ну, то есть, древо технологии одинаковое для любой раз страны, да? Древо вот второе какое-то там, как оно называется, культура или типа тоже одинаковое. Ну, по цивилизации обсуждается. Да. И как бы получается, что все время все одно и то же, что ли, я хз. Непонятно, но поиграть можно, да. Блин. Здрасте, турист. Не, ну там все одно и то же, дела? Но зависит от клеток, которые типа у тебя есть. Здорово. Здорово. Йоу. Здорово. Здорово, парень. От клеток зависит, плюс от ситуации, типа, где подпушить надо, где в экономику удариться. Там же, не знаю, прикольно, там еще эти великие люди какие-то непонятные, там разбираться есть в чем-то. Там, не, я так понимаю, там много чего впоследствии. Вот. То есть, если игра не заканчивается на какой-то там сотый ход, образно говоря, а идет 500 ходов, то там типа до хера всего, да, получается. Вот эти всякие великие люди, всякие какие-то там религиозные течения, там что-то такое. Но почему-то есть вероятность, ощущение какое-то, что если... Ну, что часто все... будет заканчиваться довольно рано, потому что варвары с копьями набегают на тебя и
И все. Ну, я под варварами с копьями, я имею в виду, что просто агрессивный игрок, типа фронт-новая, в первую очередь. Этот, который уже там на 10-й ход кого-то задушил. Ну, у него просто воинственная раса была. От стеки, блядь, с мушкетами, чел. Там просто в зависимости от цивилизации, там у них всякие прикольные перки, типа у кого-то там, ну, большой буст на начало. Ну да, У кого-то воины там посильнее, там, ну, они там, не знаю, там, условных мечников заменяют и уже там посильнее становятся. Да я думаю, реально все это просто... Ярик, зачем ты, блядь, опять звонишь? Я не звоню тебя, ты чё, дурак? Это, там реально при таком более близком рассмотрении все эти мелочи роляют сильно и используются. Ну, я вроде... Я, короче, смотрел видос на Ютубе, и там... там говорили, что некоторые цивилизации их просто банят, ну, чтобы не пикали их. Mm. Что они, типа, супер ОПшные, там, македонцы там супер ОПшные. У них, короче, каждый раз, когда ты захватываешь город, в котором есть чудо света, у тебя все юниты сразу же восстанавливаются. Жестко. Чел, не забудь, что надо пикнуть героев. А каких героев? А, это я не знаю, ты на драфте сидишь, ты пикай. Ну, типа... Могу предложить. Давай. Смотри, вот так вот и где? А кто Марсиком будет играть? А ты не играешь на Марс? Да он играет, он просто, блядь, ленится. Да пикай, блядь. Ну чё ты, блядь? Ничего. Так вот можно, например. Подожди, а чё, блядь? Да не, давайте Гримстронга возьмём. Возьми Гримстронга. Как раз, блядь, в комбе с Марсиком отлично. А в чём комба? Ни в чём вообще, ноль связи. Хорошо. Ну ладно, люди, которые внутри арены, скорее всего, свяжутся. Так вот. Вот и комба, ёпта. Комбу всегда можно найти. Конечно. Собрать там, не знаю, юл. Вот и комба тебе. Шо, Санлайт, как дела у тебя? Да нормально. Идет 11 час стрима. Все, прошел. А это ты не спишь, что ли, ночами, получается? Ну, я в 3 утра проснулся и на завод. Я понял. Ну, это работяга как-то. Правильно. Блин, баунти хантеров всяких хочется брать, конечно, не вот это вот все. Типа, это хорошие герои, но зачем хорошие герои нам? Я хочу, блядь, быть вивером. Марсу можно мид поставить, если что. Я не... О, это кайф. Долатизи, а тебе чего хочется? Хотя сейчас посмотрим. Или... А, 15 опять. Кроме дили-дили, что тебе хочется? Дили-дили. Ну, это бисмастер сраный, хорошо, что ты хоть его порезали, блин. А, да, там минус 3 урона, что-то такое. Ну, это такое, у него все равно 60 урона базового. У него теперь на 15-м, 15 кулдауна птички. Он, по-моему, даже лучше стал. Ну да. Бля, а чё, грим норм, да, этот боти? Чё, я бы на бонике сыграл, может, на 15-й взять. Ну да, кстати, давай бонику. Он с топорами придет просто. А, да, он ничего не делает, все равно бонику. Так, а против Боника, наверное, какую-то ПЛ мы хотим забанить? Ну, у нас вообще нормальные геры против ПЛ. Ну, Гримстрон... ПЛ нормально все равно. Ну, сразу можно забанить, да. Клёцкер. Бон Клёцкер. Ну, ты думай, Глотизи, думай. Я хожу, Эмбера банят, я только на Эмбере сейчас играю. Блять, ну это плохо очень, что тут скажешь. Блять. Какой же талант мемный, пиздец. Здесь тебя годам вся страница красная. Герой, Эмбер, Лу задних. Четко. А я только на Бладсикере играю. Я вообще не понимаю, зачем мне этого Марса взял. Я практикуюсь на Эмбере. Но он, блядь, он супер сильный чувак, я не знаю, почему я проигрываю. Посмотри, с каким я когда проигрываю. Я тоже не знаю, почему я проигрываю на Бладсикере в флейне. Таск нормальный. Таск нормально. Точно? Да. Да, ноль комбинаций по ноль гримстрока, реально ноль. Подожди. Удалось это сделать. Ни одной нет. Ни один скилл, блядь, не работает вообще. Может, что-то, чтобы линию потрахать? Да, давай потрахаем как-нибудь линию.
пожалуйста. Так таск это секьюр хороший от всего вообще. И три линии, и от Рора, и в принципе милишник под Кингза на линию. Да, шейкера, короче. Это чтобы линию поебать, да? Так а нахуй шейкер, блядь? Да, нет, шейкер, давай прям... реально какого-нибудь ренжевика возьмем, который кидает что-то... Я просто не вижу полезного ренжевика, если видишь. Ну, так можно взять Тускара, я пойду с Тускаром, а Грим пойдет с Марсом, и все четко. Да. Все придумано. Это то, о чем я и говорил. Ну, с шейкером тоже можно было пойти. Да этот шейкер, блядь. Все, давай Тускара бери. Шейкер, патьмейкер. Я недавно с Санейко стоял, он был на пятерке шейкера, жесть, мы лайн оттрахали на самом деле. Он, правда, это фиссурами не получал закрывать, видимо, давно не играл, но мы все равно выиграли лайн 0 почему-то. Шейкер, патимейкер. Он с базилой, кстати, пришел, а не стоп. О, Андрей, это же супер опытный оффлейнер, да? Да, да, это я. Но Хакон опытнее оффлейнер, чем я, если что, так что. Ну, Хакон-то мы не встретим на линии, ты просто должен меня координировать на линии, ты говорить, если надо. Да, чел, просто там встань, блядь, на маленький отвод вражеский и, блядь, стой там все время. Хорошо. Не, ну, блядь, хозяин барин, поэтому я только там теперь стою. Что-нибудь придумаем. Там оттуда могут прогнать. Так, надо банить характера. Не, меня не прогонят, я поставлю ветку, буду вокруг нее ходить. Ну, можно морфа забанить еще, у чела реально 1000 граней. Понял. А кто там вообще? Я только знаю Хакона. Хакона все знают. Ну это понятно. Ты попугай. Там есть Кидара вот на втором слоте, я думаю, ты тоже знаешь. Кидара я где-то слышал. На первом человек с ником Етора Гот. Это кот на Марте играет, не знаю, откуда высрался. Ну это новая школа. Иван мой кореш, да, коричневый. Кореш, что ли, конечно, понимаю. На какой линк ходит? Он на мид ходит. Ну, я с ним ланы последние в Москве играл, когда Тёма ещё не мог. Все выиграли. Блять, в Москве вообще игроки есть или... Да вообще не особо, но вот там приходит целый состав команды Киберем вообще-то. Короче, Дулат, я из Москвы. Соответственно, игроков почему не было. Почему ты на ланы не ходишь? Что такое ланы, блядь? Че, ебанутый? Конкуренты барабану надо составить. Блин, да вообще приходили, но тут много раз Дэм приходил, Эпилептик, Саня. Но мы их выигрывали, да, без шансов. Бля, а где вообще сейчас проводятся ланы? Вот именно. Так в Москве же, не знаю, 50 компьютерных клубов больших. Ну где проводятся ланы? Я в прошлом году даже на одном был. Ну, вон, блин, я не знаю, тебе даст ли что-то... Где-то, вот, где-то на оранжевой ветке. Винстрайк-арене было пару ланов. Ну, Винстрайк-арену-то я знаю. А, я знаю, на каком лане. Ты был в Колизеуме на лане, я помню. Мы тогда другой какой-то играли. Ну, по Вивер. Ой, чё за хуйчкой. Короче, вот такого героя могу предложить. Dragon Knight? Dragon Knight из... Да, это герой победы, вообще. Это хороший... Да, это нет, это хороший... Не, ну это герой победы же. У нас есть еще. И у него хотя бы есть стан под ульт грибского. У нас есть, если что, опция еще Марсика поставить в мид, если тебе ок. Ну, у тебя есть какой-то герой получше на топ, что ты прям уверен, что ты развалишь? Ну, я вот должен подумать немного. Но ДК против Жакира на лайне посредственно стоит. Нет, ДК-то. А, подождите, против какого Жакира на лайне? Нет, ДК на оффлейн не надо ставить оффлейн. Ну, оффлейн вообще Бладсикера можно взять под камбу против Вивера. Да, всегда. Вот Бладсикера... Мне на Бонике всегда подкатывает играть без. Я не уверен, что это Вивер Кэрри. Это Вивер Кэрри? Просто Бейсик здесь... ДК может быть Кэрри вообще реально. Бейсик против Баунти Хантера супер крутой. Вивер с пистолом. Ну да, я не подумал об этом. Ну, да, короче, Sunlight, если на... Я... Короче, Basic тут реально должен быть неплох, по-хорошему. Какой Basic? А, тебе Basic? Да, а, Basic. Возьми мудака, давай выиграем. Блядь, ладно. Ну, нахуй, следующую, если что, я на Basic точно играю. Да не, вообще Бэс нормально тут был, не знаю, конечно, да, блядь, видишь? Он же контрит Вивера, что скоро, что саппорт. Это саппорт, кстати, Вивер и Кэрибаха. Кэрибаха? Короче, похуй на них. Кирибаха. У нас супер спейн драфт. Клинкс 4, ты, кстати, говорил нормально, помнишь, Барбан? Да, так я вчера играл против Клинкса 4, если что, у него было 65 урона за 8 минут. Он лича моего 5 раз на лайне убил. Да, у всех просто жопа горела с этого. Но он, правда, проиграл все равно. 20-й столько же было.
Но он здоров нереально. Эти противные котмы. Или нет? Тебе нужно на линию что-то взять, типа вином или... Блин, ну по-хорошему, чтобы у нас в центре появилось на лайне как-нибудь, а так мне вообще пофиг. Ну это по-хорошему, если у вас появится, то это я вас поздравлю с этим. Блайстон я сам себе потом принесу. Так, у нас без БХ, правильно? Или без Вивер? Без Вивер. Без Вивер у вас. Надо, наверное, надо как-то наверх или вниз прогуляться. Блядь, как закупиться под ноль мне? Не хочу оставить 10 голды, которые ему отдам. Ладно, забирай, блядь. Топор, кольцо, танго, фласка, две ветки. Вот под ноль. Топор, кольцо... Да, кайф, дай бог здоровья. Все, хуй ты получишь, еще бомбить хантер вонючий. Потом сразу еще на первые деньги, как накапает эти тангусики, еще возьму. Ветки в кикбайсе оставишь, там. Ветки, тангусики, да. Сразу. Перед ударом просто хоп, купил-продал. Бля, кстати. Да. Next level на самом деле. Слушайте, а может быть мы вниз сходим всей толпой, или не получится у нас нихуя? Уже, блядь, как меня хотите, бросить хочет. Вот так всегда, сходить. Блядь. Все так со мной, четверки идут на линию, блядь, сразу. Блядь, а все. Я четверка, я пятерка. А тут дело в чем, я имею в виду... Даже, блядь, не стрейфанулся наверх. Тогда. Лучше, наверное, наверх тогда идите. Вон да они ожидают сверху. Просто, понял, в чем прикол? Они сверху-то не ожидают, что мы можем прийти. Ну, а снизу птичка может оказаться. Снизу меньше ожидают, ну окей, ладно. Он даже, сходим. Блядь, не стрейфанулся наверх пойти, если что. Ну, я, конечно, нет, парня. Сходу годам. Постою ну, один, как бы, какие проблемы. Жаль. Че, да ладно, мы же очень стронг, может, мы зайдем прям в ебало будем бить, если что. Пойдем. Так, еще раз, блядь, не могу понять. БХ, да? БХ, БХ Джекера. Да, БХ Джекера. Главное, вот этот спирт вкачай, Ярик, случайно. Не вкачай. Че? Не вкачай, главное, вот это вот. Блядь, ну ты чё, нахуй? Почему этот человек разговаривает со мной так, вот я в доту первый раз, блядь, а зашёл? Какой скилл? Как, что он сказал? Я а, блядь, у меня просто. Sunlight в мьюте почему-то был. У меня всё всегда... Sunlight в мьюте был. То, что ты не понимаешь моих идей, не значит, что они не работают. А какой скилл, он говорит, не вкачай? Ну, они, думаю, заподозрили, что... Чё он сказал? Какой скилл? Вот этот или вот этот? Какой? Inkswell. Блин, кабанчик такой стоит. Такой сейчас есть его. Меньше, чем. Жри его. Да он далеко. Меньше, чем три. Спасибо, очки. Ебало потеряешь, прям. Вот тут еще что-то едет. Опа, все. Что делает? Экспа пошла. Он думал, стопит пачку просто. Ты будешь стопить пачку? Ну, я попробую, но если бис меня будет бить, то я не буду стопить пачку. Но он, по-моему, подобосрался. Но по XP мы уже выиграли лайфа, да. Мы тоже. У нас ничего не произошло еще, блядь, на линии. Но мне второй на одно как можно быстрее. Я не могу бить. То есть, что ты хочешь, чтобы я ушел? Ну, желательно, чтобы я второй просто апнул. Я не могу бить. Так, нас сейчас не сдинают крипа, то второй. Ну, сейчас же птицы не банят, да, этот? Птичка не банят. Не банят. То есть они поставили что-то, снимаю. У него было сентри, не знаю, есть да, еще. Да, он просто псом забанил. Он сейчас, наверное, сейчас сентри забанит свои. Хочет воровать? Ну-ну, брали так вот. Отколили. Ну, так лучше не надо делать, вампир. В смысле? Так он полстола потерял, я же через трех крипов не удал. Двух крипов мне проебал. Ну, я забрал одного, а то, что ты проебал второго, это уж твои проблемы. Понял, принял. Так, дашь вижу на биг? Не сожрал. Вивер идет телом банить маленький. А, он центрой забанил. Но если бис поставляется по тебя, он умирает. Окей. У меня миллиард урона. Я не хочу маленький разбанить, я свой центр поставлю. Да, правильно. П
по идее. Че, хаза, че он банит? Я знал, на что шел. Тебе что-то притаранить? Ну давай. Вот так и вот так. Не, не успею. Опа, 60. Так, я взял на всякий случай этот. Да, Стива? Мне кажется, курочка, да, погибла. Или он погиб. У меня когда? Не будет скилла? 2 секунды. Подходи. Еще отличку надо. Нет, только что закончилось. Unlock. Ну, прям полсекунды. Базилку будешь нести? Не, я без базила. Да ща базила говно, ща лучше это покупать. Все же с маской. Короче, ладно. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Если рейнджа убьешь, кажется, можем нападать на него. По двух рейнджей неохота. Но мне нужен вот скилл мой. Понял. Сейчас кабанчика еще сожру. Фигоном пойдем сразу? Готов? Да, давай. Я с штаной, я всегда готов. Выйти, наверное. Да, поддержать вашу нападение. Ну, гарасит просто их надо, что мы все не убьем, у меня маны не так много. Ой, был сикер у нас. Там просто три... Да. Понятно, был сикер, надо было брать Андрей. Да, там три хилла, пока там же говорил. Тут вообще не жильцы на линии. Ну, я хорошо, хорошо, но все равно вода. Вивер на руну побежал. Да, Вивер в бате за контроль. Ой. Я раньше отбьем. Мусай, говорю, вот такой чел. Не он не умер бы, если бы ты его пришпандорил. Ну я не мог, я не умею. Я не играю на Марсике. А вот сейчас не умер бы, если бы ты его... Ну ладно, короче, похуй. Тебе надо фатку или танго? Делай как знаешь. Нет, танго надо, фласка нет. Вообще, у меня сейчас третий будет, будет второй строк. Хилка для тебя есть, если что, друг. Жралка 30. Под нее можем снова напасть. Без нее не хотим, желательно, да? Мне нового кабана убивать. Да без нее не хочется убивать. С флоресами так раз. Можно просто идти. Я могу здесь стоять. И не будет подходить. Лайн брас пушит под баунти, но не выйдет, наверное. Я могу просто пойти забрать. Да. White Spirit пошел на баунти сам. Тогда не получится у меня. Все команды баунти забирают. Ты хода не поехал. Это задрот. Да-да, я пойду заберу баунти. Да, хотелось бы, как только он перезовет кабана, сожрать его. Не, я такого не хочу. Все. Сейчас можно напасть, кстати. Ага, на рейнджа, если пойдет. Все, кабанов у него нет. Ой, еще убил. Ой, Синай на Илл стоит против Хакона. Просто АФК стоит. На смену надо кабана убрать. Жука, то есть. Убахаете капли. Маны, правда, мало. Да, штанга? Да. Этот White Spirit это хорошая руна, может на бот прийти. Нет, медиум. У него ДД. Он все равно может с телепорта какого-то условно оказаться. И 6 уровень. Но на боте им сложно. Я отошел от тебя. Не, у него ДД. Могут все равно все. Он уже может лететь аккуратно. Давай, зачили читок. Вивер побежал куда-то к тебе. Может, у тебя вот теперь. Недолго музыка играла. Сейчас он, по идее, если харасить, будем продолжать, им очень тяжело будет стоять. Если White Spirit не найдет киллы, он в говне просто. Короче, я обстаю под тауром. А мы не киллы White Spirit, если White что. Птица под тауэр летит. Там под тауэр? Такие плюс-минус киллы. О, на линию куда-то. Вот, да, вот здесь птица. Это Вивер был. Ну, я могу, короче... Вот здесь постоять, ты будешь. Может мне куда-то сходить, типа. А вот теперь спирит боте. Я могу дать ТП. ДД активировал. Давай лучше сейчас побычим просто здесь. Давай побычим. Ладно. Как бы. Товар. А, вот теперь это летает. Я задефлю, задефлю. Окей. А, боже, там шестой. Закира где? Закира непонятно где.
Ну, я вынужден нажать ТП. Неудачно. Чистапнул. Не вышли, да. Кера на месте. Слушай, а есть там гусик? Ну, это хорошо, что у него домик. Я буду ждать крипа каждый раз. Есть там гусик, есть там гусик. Я стоп к вам прилетел. Давай, есть даст, можно убить даже БХ. Джакера вот тут стоит. Сейчас я попробую пригвоздить. Давай, давай Джакера на я. Ну, если увидишь. Он видит, возможно, варс. Да. Ой, спирит на топ побежал. Угу. Дойти надо. Ну, ему сейчас надо будет вернуться в мид, потому что ДК с формы начнет бить. Ну, без таба, без таба тебе просто убивать, если сможешь как на него выйти. Не под пичку. Вивер в мид идет. У них хрона. Без ста есть сервер? Пока что нет, скоро будет, секунд 30. Так, имбера этого, будет скрыть, а говна еще нет, да. Мог уже вниз, конечно, поехать. О, навряд ли. Я ушел с топа. Пойду. Здорово, он бесит, идет так лица с рором. Можем... Вернулся этот чел. Да, можно его даст. Вжарить. У него есть дасты. Тут вивер еще. Я через линию пойду. Блин, стрёмно пока что подходить там. Я пока вниз, короче, пошел. Тоже. Птичку под тор послал. Окей. Можешь байтить сейчас. Да, я байчу. А, блядь. Там тебя птичка мог убить. Сами не убьем его? Я иду, иду. Вижу нужен. Полетел БХ. Подходи, подходи. Ой, сори, я не понял. Ладно, живем просто, тут все. Не, мы не живем. Тут все, ребята, тут все. Надо было отойти просто. Да я что-то не понял, что-то какое-то супер странное нападение. Стоял бы ты. Там аванпосты в топе один Джакира. Можно выходить. Я заберу сейчас его. Джакира в миде. Джакира вообще в миде, да. Тебя все идут тоже в мид. Да, да. 500 человек там. Блин, реально 500 человек, чё? Блин, тут реально все. Я боти не успею, кажется, позабрать, да? Да, не успеешь. Нормальный такой паровоз. Ага. Поехал. Бля, теперь паровоз, наверное, наверх идет, да? Да, перемещается пока. Ну, паровоз забирает сверху, если что. БХ не успеет, если никто не поможет. Ой, я помог. Опа, манга 3 вывалилась из выкопанного крипа. Кек. Меня что-то хотят. Блин, паровоз продолжает движение. Так и будет выхаивать. Надо просто их наказать бегать. Разок, да. Хорош. Рон жалко не получил. Так, я под треком. Где лучше на бомфетчере этого самого беда и хакона? Парни, я хочу да вот я могу только съесть крипа, я могу побегать должен. Хочешь вышечку забрать, я подхожу. Тогда я вниз поехал. Мне фейзы там нужны. Есть сайленс с фармом. Можем добрать? Если я под треком пока что. Может он вообще умрет, нет? Бестмастер поехал к вам еще. Да, жесть. Крип не был съеден. Бестмастер с птичкой едет. Чуть пораньше. О, вот тут, вот, вот тут. О. Хочет скрипа сожрать. Еще есть, хочу Джакера убить, Джакера убить хочу. И беста теперь. Беста, нам стан. Ну, стан я не взял. Четко, 15 раунд. Работа. Это для тебя, это все для тебя. Так что? Я подойду, подойду. Блин. Блин, хорошо. Арена 10. Я же был даст. Я забыл его нажать. Я, короче, жду стан. Жду я стан. Лечу, давай. Я заду его, остаюсь. Пойдет. И урон успел. Это КБ. Надо микро проснуться. Так, сейчас, одна минута. Вот перед батюрану хочет взять какие-то. Просыпайтесь, парень, просыпайтесь. Да это довольно сложно проснуться, блядь. Знаешь что, в принципе есть вариант, как можно проснуться.
Бля, мне кажется, если я выпью пивас, я сейчас вообще усну нахуй сразу и обратно. Просто до кровати паду и все. Так, дастик. Так, надо моноботиночек нафармить. Дроч строк, без моноботинка не плей. Dota 2. Dota 2. Yeah, man, Dota 2. Кайф. Кайф. А кого мы ждем? Нет, меня. Кайф. Какие-то айтемы подвыбить, мужики. А, по-моему, все сегодня вот теперь. Да, Анга 3 имеется на, у нас. Регент, ты возьмешь? Я возьму регент. Так. Так, а где у нас манга 3, можно узнать? Говно, это хочет кто? А, окей. Но если тебе не надо, могу взять, но Машка, критично. Дай, да. Держи. Только вышку хотим. Хотим ли? Ну я пошел вам. Вроде не хотим. Но хотим, по одному лучше не бегать там все равно. На себя бьет то же самое. Так, ну враг что-то подозревает, видимо, насчет наших планов. Не, враг вообще в минимум. Почему-то. Мид хотим дефать? Конечно. Да. Да, я подрался, я сильный. Смотрите, БХ, скорее всего, вот тут. Могу да сдать. Давай. Андрюк, давай. Я бегу. А замедлить будешь? Да, тоже очень плохо, парень. Чуть выйти, лучшая позиция нужна. Если подавят. Детекшн есть? Нажми детекшн. Быстро? Нет, детекшн. Четко. Есть тут ульт вообще, еще есть кнопки, короче. А, свяжешься? Без стадом стан. Не, я понял. Не хватает. Есть еще что-то? Но уже мало кнопок. Я выйду сейчас просто. Скорее всего. Или не факт. Бля. Просто не надо торопиться по одному идти. Если мы в пятером, то мы сильно. Если по одному, то... Да, то... я думал, что тут просто Андрей даст копье изначально, мы как-то будем драться. Покс. Поксович, так сказать. Блин, и моё манга 3, блядь, сломалось там к хуям. Да, мои ребята там особо не... Это самое... Не церемонятся? Без разбора с деревьями. Хава здесь, хотим? Я на топ, А у меня КД, скилл 30, я к ней еще раз. Да, заебал. Там Vessel и Аркана. А, да, пойдем топ пачку берем. Я буквально отпущу одну пачку, бегу вам. Они вроде бы хава здесь где-то. Да, у меня нет трек. Хава в меди, они мид. Можешь, наверное, даже не идти. Ну да, наверное, уже не пойдем. Ну, я все равно ничего не фармлю. Треугольник, может, побью. Джакир отсюда вышел, вард поставил. Да, там в нашем лесу вард. Я сверху, этот, связочка когда-то. Ну нам нужно каждую драку принимать впятером. Оф. Надо бить вместе, потому что просто время очень долго тратят. ДК и так все понятно, по-моему, о наших планах. Они вниз они пойдут. Они будут по два пушить. А, у меня такой КДЛ. Киноптик скину. Низ задефать будет, у тебя курка висит, это по плану или? Да, да. Тяжко низ дефить, там вард у них есть, птички. Да, я говорю, что туда идти не бессмысленно занятие, потому что там еще возможно здесь вот. Пойдем дальше бить, так хотя может мид и пуш. Да стрёмно пока что, мне трек дадут, я умру. Без бати. О, без того вторые некра, кек. Я бы мид дефал. Да, я лечу. БХ, Вальчу. Парашник, кстати, ладно. Ничего нету, просто нам нельзя, чтобы они нас начинали. Если у нас кто-то скиллы не дает, это плохо. Так вроде в любой игре. Если кто-то скиллы не дает, это плохо. Я слышал так. Ну они просто вот тут сидят, туда зайти тяжко, там ну, кисли. Надо пойти просто... Выпрыгнуть. А, вот тут вот Джакира, они в смоке были. Да.
Уйдите, уйдите. Так, ну тут не даем скиллы, получается. Если пойдет дальше, можем это. Ну да, ладно, тут. Можем дать скиллы. Ну они из смока вывалились сейчас, если. Смотри. Вижу. А у тебя есть блин какой? Да. Дай мне сейчас подожди, я подойду. Дай мне третий скилл. Я не доставил сейчас. Там может быть бежончик. Я бадец сомнительный мов. Уже сам перчак. Нормально. Но до меня 9 сек, и что? Кого мы как-то катимся? Вот эти вот щелы, якобы. Это реально супер сомнительно. Да у меня к ней крути, самый главный урон. А я мертв. Что-то, блядь, это далековато, мне кажется, ребят. Они залезли. Чуть далековато. Блин, он под кабана. Ой, под этим. Вообще не умирает. Далековато. Они еще тут хотят тебя. Да, я понимаю. Я понимаю. А че вы бот фарм забрать? Может зарядку. Хочешь бери, не хочешь, не бери. Они наверх пошли, нам надо эту территорию сейчас занять, раздевардить. Но вард либо здесь есть, почти процентов. Ну, это сложно найти так варды, когда они где-то стоят. Их где-то поставили. Ищи, давай теперь. Проверю сейчас дефолтные. А что вот это за хер? Я когда ебался. Не убьем случайно как-то? Я подбегу к вам. Вайда, убейте. Я далековато. Детекшн. Я дал. О, я гнию просто. Бистер с меня. Да, тут оказалось много людей. По итогу. Не, очень большие левелы там уже. Ладно, гунык. Бля, Андрей, ты слишком рано сдаешься. Будет только начать. Достаточно. Достаточно, понял. Мне хватает. Не, ну разминочную тоже как бы не нужно передерживать. Тут вот что. Передерживать не нужно, ты прав, я согласен. Разминочная это слишком. Бля, никогда, никогда больше. Все, парни, сейчас бладсикеры, блять, виверы, баунтихантеры, вот что у меня будет. Они эти марсики всякие сраные, блять. Сраные марсики. Как раз таки первая разминочная, она чтобы проснуться и чтобы напомнить себе, что, блядь, не надо на говне всяком играть. Я писал твит в твиттере. Понимаю, нужно сделать нарезку, где Андрей больше никогда не берет какого-то героя, потом берет его, потом опять говорит никогда, что больше никогда не берет этого героя, потом опять берет его. И так типа бесконечно. Как вообще? Десятичасовая версия. Марсиком стоять против ТХД и Баунти Хантера. Да хз, мне кажется, тебе скиллы надо кидать. Ну, то есть у меня скилл стоит 100 маны. У него 2 фласки и 6 тангусов. Я кидаю скилл, начинаю бить, у меня Баунти Хантер еще забирает деньги при этом. И тоже мне разбивает ебало. Я не знаю, у вас простая линия. Вы пушите линию, пулите. Все. Ну, мы так, в принципе, и делали. Мы пушили линию, иногда пулили. Но как бы при этом все равно у него денег намного больше. Плевать, сколько у него денег. Потому что там есть ТХД, который всю ману разливает мне в ебало. Да ладно, ТХД в тебя толку ты не разливал, тебе в ебало ничего. Да короче, мне кажется, просто надо как делать. Типа, вот ТХД разливает тебе в ебало, а ты ему в ебало. Он вообще так прям умирает, по идее. У меня... Даже это... на втором какого-то уровня. Да нет, это герой, блядь, залупа. Ты понимаешь, что у меня 2 скилла стоит, блядь, половина монопула моего. Ну я понимаю, да, но там поэтому и соло ринг иногда делают. Ну, соло ринг, да. Но кроме соло ринга мне нужен еще ботинок, чтобы мне Баунти Хантер не штрафовал постоянно. Кроме этого, мне нужно еще баклер сделать, чтобы у нас на линии, типа, было какое-то превышение. Не, можно сразу хуячить соло ринг, но я буду нажимать и проседать по ХП еще. Кроме этого. Короче, не, в пизду, я не хочу просто играть этим персонажем. Кстати, если что, для меня вот. Как бы пизд герой говно на высоком уровне игры, но на этом это лучший герой, по-моему, вообще. Ну, он есть. Стоит просто на линии, типа под птичкой пушит. Он стоит на линии, и у него мапхак. Типа это птица. А, читер. Понятно. Блин, ну это птица, это просто пизда, забей. Невозможно играть. А у него давайте, да, побед самый сильный тройка сейчас без мастера. Так, тут
вроде как не, ну, понятно почему. Если особенно вражеский мидер активный, то вообще ничего не сделает. Просто вражеский мидер вот так приходит на 6-м левеле, а не тавр смайк, ничего с ним не сделал. Ну да, в принципе так и есть. Ну и кстати, вот, пожалуйста, бестмастер, еще и Бунфлетчера тоже там с ним нормально стоит на равных. Не, да, да, мы выиграли лайн. Мы сильно выиграли лайн. Суть в том, что пришел Void Spirit и снес тавр. Ну, точнее, там все равно у беста по итогу домик был, у него все охуенно было. Да, да, у него нормально было. Так это не контра получается. Нет, 8-я минута, вот 3500 бестмастер и 2700 клинкс. Так у меня тавр упал, потому что и два героя умерло на лайне у нас. Ну ладно. А вот 5-я 2000. Ну да, вообще что-то это... многовато у нас. Мне кажется, вышка очень давно, но поздно упала. Этот Войд бегал. Он не может бегать, так, ну, не теряя вышки. Да не особо. Слышал, вышек ХП прибавилось. Вроде только вот А2 прибавилось, разве? По-моему, кстати, да, но это не важно. Все равно не, ну, ДК не ломает вышку за... Да-да, ДК за 1 ульту никак не ломает вышку, он оставляет ей там 500 ХП. Я зашел. Там же Жакир в один момент миди стал. Жакирыч. А, ну да, там у первой вышки точно хп не прибавилось. На, там так что ждешь. Там у второй ждёшь. 50 урона и 50 хп прибавилось. 25 урона вроде, 50 урона и 50. 50 добавили, я думал 25. Это не, она... 25. Разве? 25, 500 хп, 25 урона. 50 это был бы вообще... Да, может я путаю, конечно, сейчас поищу. А, да, реально. Здоровье урон всех башен, кроме первых, увеличен на 525. Mm-hmm. Так, я сейчас пытаюсь. У меня любого героя, мне похуй. Угу. Да еще, против этого чела на Хаконе просто Тимбера забанил. Это два героя, на котором он в ММ играет. Тимбер и Бист. А, Фориан, подожди. Ну... Я видел на Бисте Фориан, я в последнее время постоянно с ним подаюсь. Не знаю, как не зайдешь в ММ, это Бистмастер. Может, не открыт дота баф? Не, ну, с другой стороны, справедливо. Как не заходит против меня, я беру Эмбера, и он проигрывает. Это против меня, а не Эмбера, понятно. Так, ну шо, поехали, блядь. Тяжелая артиллерия пошла. Так, на него закрыт дота баф. Да, какая разница, закрыт или нет? Мне нужно знать, на чем он играет. Но я на Тимбере не видел просто. Ты че, это Сигна Хакона. Ну блин, ты в принципе играешь. Если он если играл деньги, я играю за Тимбера. Ну вот, собственно, Фориан, как ты видишь. Да, плевать. Ну че, парни, идейки, колы, да, предложения. Че там? Мы там. Снайпер, четверка и... Это Энигма? Это, да. И надо мне что взять? Ты тройка Энигма? Дед! Ну, ты можешь что угодно брать. Энигма, типа, и сама на линии кайфует. Типа, дед. Я квапу хочу. Можно квапу? Квапу, конечно. Блин, квапа... Это что, тройка квапа? Она же плохая, пиздец. Нет, четверка квапа. Зачем тройка? Еще хуже, нахуй. Я бы, наверное, фантомки сыграл. Можешь на 16 взять. На тиваге можно. Либо на 18. Так, значит, что им суппортить? Я гадам, что рофлишь, антимаг сейчас винрейт большой. Антимага, да. Действительно большой. Он почему-то у него прям вырос сильный винрейт. Почему-то. Ну, ему там таланты не понерфили, можно сказать. И это, закрепал в лесных больше золота давать начали. Антимаг, известный лесник. Он лесничий такой. Но суть в том, что у него таланты стали вообще не хуже. На 10-м 10 силы, на 15, на 20, на 25-м то же самое, на 20-м то же самое. Только на 15-м чуть хуже талант. И то вообще похер. Полсекунды. Куда он, блин, Снайпер, это снайпер чего? 4? Да 4, да, наверное. Да хер его знает, куда он пойдет. Они же могут решить до последнего. Да все равно надо просто реально брать какую-то фантомку и трахать этого снайпера, на какой бы позиции он ни был. Да,
Да, правда. Это рабочая. Ну, на четверке, правда, будет и ГОСТ, и форстаф. Но фар. Ну, аганим, наверное, хотят. Сейчас аганим же имбовый. Подфиг. Ну, я имею в виду, что уже, да. Все равно прикольный. А что там, на полсекунды станет меньше тебя, блядь? На 1-2. На 0,3 секунды. Так, ну чё, по герычам, мужички, по герычам, чё там у нас? А, да, было 1,8, стало 1,5, такой синерф. По герычам, да, по герольникам. Не знаю. Вичток Трэмбэ? Если фантомка, то лич или грим, опять же. Ну, лич, не, ну лич против Фуриона не хочется. Да чё-то стан, мне кажется, грим, грим, кстати, больше нравится. Ну, бери грима. Блин, с гримом против Фуриона, мне кажется, снайпером будет плохо постоянно. А с кем норм? Вообще, хз, не знаю, душный лайн такой. С, да, кем, с кем, кто сможет просто пулить и кого снайпер не ожарит на лейне? Огр мак, например. Снайпер нет. Слабый очень. Гримми или Вичдоктор норм? Ну, Вичдоктор просто он против пеньков вот этих вот миллиона там же. Или хотя наоборот. Снайпер Некра, возможно, еще будет делать тоже. Ну, короче, вампир, это твой кол у вас. Я не, кстати, не факт, что у вас легкая линия. Может быть, вы там вообще пойдете стоять против этих самых... Против... Ну, блин, если мы будем брать фантомку, то надо брать лича или грима. Потому что это... Ну окей, юсфэш грима-то. Вон-то договорились. Да просто они будут стоять и вдвоем бить меня на лайне. Да мы же навряд ли хватит. Я тебе говорю, если что, просто... Если что, просто энигма поставится вниз. Да кого они будут бить? Ты берешь второй уровень? Да-да, я понимаю, но это самое неприятное. Фантомка же как спектра на лайне в этом плане. Ну... Так, что, мидера хочешь сразу взять против этого? Кого-нибудь не могут забанить, кто хорош против темплара будет? Да, можно на бетрайдере поиграть вообще в этой игре. Ой, бетрайдер очень хорош здесь, давай. Кстати, для бетика это реально игра в сочная. А не короче, фантом... не фантомка или спектра, я отойду. Спектра тоже, да. Ну спектра, по-моему, вообще ни к селу, ни к городу здесь. С фантомкой да это не... все будут прыгать вперед. Вот, нам же нормальный корм в любом случае. Нормальный корм. А кроме фантомки и спектры, так хз, даже кто против тигеров хорошо? Тролль. По-моему, тот для тролля не самый, кстати. Блин, на тролле неприятно. Это очень хорошая игра для тролля. Да. Ну, как-то много ранжевиков, типа, кайтит. Да не, не самое приятное, они просто кайтить могут тролля. Ну, в плане, у нас да. Куча, у нас куча дизейблов, у нас куча контроля. Да хз, фантомка или спектра. Контроля. Все, кого хотите, фантомка или спектра, я отойду. Так, чё, по идее банить какого-то Старка здесь? Или... Старк против Энигмы не так хорошо, но да, можешь забанить. Ого. Void может у них быть, у них, мне кажется, хорошая игра для Void, да. Подожди, а Морф же, чел, Морф, там же человек миллиард. А, человек Морф, да, нам Морф не нужен. Человек Морф, да, аккуратней, будь бдителен. Человек Морф это всегда так, опасно. Так, спектра или фантомку, он говорит, да? Ну, да. Спектра что-то медленно, по-моему. Ну, идея спектра не очень понятна. То есть... Мне спектра больше нравится, чем фантомка. Мне тоже спектра больше нравится. Да, серьезно. А нахуя грим тогда должен был быть лич? Или... Да, просто у вас легкая линия. Типа вы пушите, пулите. Первых пеньков легко разбиваете. Пушите, пулите. Ну ладно, для спектра давайте. Тоже игра хорошая, давайте. Лишь бы не отсосать лайн, но как-то... Ну, да, Sunlight этот расшатает все на бетрайдере, спектра нафармит. А что смешного? Не, ничего. Тут хорошая для бетика игра. Ну пока, да. Пока выглядит как хорошая для бетика игра, это правда. Вроде ни контроля, ни хера нет вообще у челов. Летай над всеми, ебало, зажигай. Ебало, зажигай. Короче, ребят, вчера были на даче. Ну. Видели змею там. Представляете? Очковую? Не, хотя, может, и очковую. Первый раз в жизни в диких условиях в лесу видел змею. Ой, серьезно? Да. Гадюка? Ну, видимо, гадюка, да. Есть же гадюка и гремучая. А, не гремучая, это гремучая, что-то жестковато. Гадюка и уж у нас водятся уж, вроде уж. Как. Ну, короче... Но, по идее, вроде гадюки, которые у нас, они не очень опасные. Ну, она съебывалась, она, типа, посчитала нас очень опасными. Ты вообще вдумайся, ты какой-то ползучий хрен, а идет просто небоскреб мимо тебя, я бы тоже съебался. Ну да.
Но она при том еще что-то отползла такая и легла на земле, типа, мол, спряталась, под ветку закосила. Типа, ну, мы-то видим, блядь, но хотели бы загангать, загангали. Не, гангать змею это опасно. Типа, она... Не, разумеется. На развороте может. Разумеется. Не, я понял, что я, пиздец, боюсь змей. Ну, не то, что, может, даже не боюсь, я не люблю точно их очень сильно. Это очень стрёмно, это правда. Они, типа, как-то еще так муваются, ты вообще не понимаешь, типа, с какой скорость, типа, что он делает, с какого расстояния клюнет. Что? Воняют они еще. А. Я не нюхал змею, честно. Я тоже не нюхал, да. Я нюхал. Так, но зато у нас есть два лассо битрайдера теоретически. Ух ты, бля. Ну, мы с Дулатом выиграли линию уже, кстати. Поздравляю, чего могу сказать. Очень нравится, что вы уже выиграли линию. Тебе, короче, Андрей, на Марсике, мне кажется, не нравится играть, потому что ты не даешь в ротацию челам, которые... Но, я не знаю, как давать в ротацию. Ты даешь в ротацию, не получаешь фарм. Ты получаешь фарм, не даешь в ротацию. Твой герой слишком большие монокосты, я не умею на нем играть. Очень полезно, мне кажется, смена ролей иногда. Вот я пришел сейчас, скажу так, вот если я на Джаггера так выйду, что-то плюнут, я по-любому получу копье, щит, хуит, все поебало, может быть, не сдохну, пойду, блин, отпиваться, в следующий раз пойду, так же получу, а может и сдохну, потому что там дэмэджа прям плюс-минус хватает. Я не чувствую этого героя, понимаешь, как копье там, кому, к чему присобачить, он же выходит, типа, не сбоку, условно, а как-то там по-другому, типа, хуй знает. Не понимаю, блядь, не ты чувствую. Ты нахуй его тогда, чё? Реально, нахуй, ты нахуй. Нахуй. Взял нахуй. Что-то фейзы, то пошел, блядь, арену ставить, проебался, естественно, везде. Ничего нормально. Хорошего, ничего хорошего. Нормально. На энигмочке пососешь. На энигмочке нормально, пускай они пососёшь. Там, блядь, идут на меня. Правда, у противника пятеро мужиков, но неважно. Так это, не, это ничего страшного. Они сгруппируются. Они рано или поздно, конечно. А мне сосать-то не обязательно, на самом деле. Мне можно просто артефакты командные купить, и все будет ок. Тогда кусай, если... Типа, слишком жадно будет собираться через даггер БКБ здесь. Мне реально тут мека какая-то очень хорошая, там Blade Mail даже крутой будет. А Кидара это их четверочка, да? Да. Ну, просто на всякий случай уточнил, бля, ничего придумают там какой-нибудь. Кидара. А, да, Кидара. Я его в прошлой игре подстрелил с Торку Фейтом на мувик. Подстрелил. Так, мне здесь Салинс, кстати, вообще не нужен в этой игре. Так, смотрю. Сайленс. Ну, на один возьму какой-нибудь. Вот. Надо писать админ, потому что... Надо. Дред. Чё ждём? Да не знаю, барабан, ты отошел сюда. А, не, я тут, я же сказал. Это их ждем. А, их ждем? Да, они запаздывают. Не люблю ждать, честно скажу. Да, согласен. Ну, да, кстати, есть в жизни времяпрепровождение поинтереснее, чем ждать? Например, на змею смотреть лесу. Это Ярик. А можешь забанить центре? Да, забанить. Ну, разблочит, наверное, скорее всего. Ну, разблочит. Я частенько просто... есть люди в ММе, которые пикают героя, ставят паузу и идут курить. Да, это же естественно. Хуже людей, чем... Я согласен. Пробедно, такие персонажи нету. Они, во-первых, себе здоровье вредят, а во-вторых, еще заставляют 9 человек ждать. Ну это реально...
Анманер ебучий. Так, блин, ну так. Ой, окошко что ли открыть? Я не могу понять, то ли надо открыть окно, то ли не надо. Короче, откроешь окно, холодно, закрываешь. Слушай, открой, лучше открой. Мне кажется, лучше, когда как холодно. Как говорил Булк, типа, надо ракеты. Ну да, надо поддерживать температуру. Да, Булк, кажется, умный человек. Так, ну что, мужики, этот, понотворцам хотите победить сейчас? Так, сожрать пенька? Да. Сейчас пан Андрей говорит, что больше никогда не будет на Нигме играть. Сожрать пенька и идти на базу. Давай, Андрей, Андрей, твой выход. Да я думаю. Ебу пенька, кстати. А он мне нахуй. Решился. Все равно же ты раньше папа иди бы жрать, до базы пойдешь. Не, зачем? Или думаешь, что так стоит пробовать? Слушай, а давай попробуй, реально? Нет, разве зачем? Нет, это херня. Да? Разве так каретку выпьешь? Больше? Блин, а мы почему-то не стакнулись нигде, что-то мы ошиблись, надо было, наверное... Так, или мы навряд ли заберем. Я боюсь, мы против фуры навряд ли заберем. Да почему? Или навряд ли. Идет строк, да, мы поебали? Не видно, кстати, этого деда. Да, видно деда. Забираем. А он не умирает? Да, парня забрал и убежал. Так, ладно, давайте... Да, ты... Вроде бы, да, с ботинком. С ботинком. Да, он пойдет за руны. Что должен был есть? Двух хлебов спать в первой пачке, чтобы запашилось. Двух? Как я, блядь, с первой пачки двух съем? Это что за новости? Одного здесь, а второго здесь. Так же это работает. Да нет, 35 секунд кулдаун, ты что, ебанулся? Я, короче, ботинок, лайтстоп. Да нет, да ладно, ты чего? Ты успеваешь двух лет. Ну я тут просто хочу экспу получать и фармить. Имеешь право. Под тавром сейчас вообще по кайфу хапориген есть. Я деда выгоню. Ну, блядь, дед очень слабый на самом деле на лайне, хуй знает. А он давно скилл же качнул, слышь. С этим он... Две фласки на Джокера. Да, он такой человек. Это драма, кстати. Забыл маленький сайт забанить. Ладно, я сейчас большой не дам ему выпалить, и ты в порядке должен. А чё? А, я понял, чё. На, типа на нем дротики, они за мной побежали. Ладно, так, так даже лучше МБ. Курочку, правда, он меня убил очень обидно. Только... Ооо, fuck you. Бля, Дула, ты гений, что ли? Так, хотя я хотел и эти тоже забрать, кажется. Они нужны. И под тавр отхожу в Регенис. Кайф. А он в центре, кстати, принялся. Поздравляю вас. Мы можем Фуриона уровня на втором и убить его все, если он будет уебываться. Ну, можно попробовать, у меня так нет. Блин, настолько задумок отдал моих мужичков. Ну, понятно, что по шапнелю я не хочу. Надо ему кларечки сбивать просто этому ТХД. Поехал. Сейчас Сол Ринг подлетит, а будет третий. По третьему Фуриону пойдет сильно. Нормальный на ТХД. Это Хантер дамаж. Так, надо сейчас забанить большое тело. Можешь? Да. Ну, Фуриан без тапка, кстати. Попробуем? Да. Не умрет. Ну, шапнели потратим нормально. Да. Окей, он там еще две потратишь. Да, я вообще не знаю, блядь, что они делают. Чел, ну они просто гонятся за мной зачем-то. А шапнель сейчас слабо замедляет же на первом. Я на базу. Я не все равно умру, но они столько времени потратили, что я считаю, что это вообще чуть ли не в плюс там. Они все шапнели потратили. Так, я сейчас срать банк тебе дроп. Еще что-то вызвал, высрал.
Был бы ты фантомкой, мы бы уже убили бы тут всех. Да не факт, фантомки тоже мало урона. Надо заблочить сейчас. Ну, если успеешь. Ну, я бы хотел успеть, но я не успел. Так, нужна будет фласочка. Улетает, чел! Чуть... Да, да, да. Ну, я вообще набегу, не хочешь? Да, конечно. Ладно, у него тапок. Я не успею. Он еще, по идее, до базы полетит. И норм. Да, он уже улетает. Так, отходить пойдут что-нибудь, пока. Пока все съебались от нас. Куда это он, блядь, летит? Сын. Такой. Мы не нападем на него с ходочины? Или... Ну, можно, если он подойдет. Давай, набитаем. Так, нормально. ТХД улетает, ТХД улетает. Он отменит, отменит. Отменил. Баунти. Так, чуть не успеешь там баунти? Или там ветеран? Там снайпер, наверное. Нам бы Достевича еще. Есть, даст. Саркан рвун. Саркан вернулся. Да у меня нормально все, может быть. Я... Раз нормально, то окей. Ты будешь некра покупать? Не, не буду. Я бы измел лимон. Получится тут ничего сделать. Фурион здесь вообще почему-то. Курицу твою может убить, Фурион. Так, где он? Он где-то здесь почему-то, я не знаю. Посмотри. Я, кстати, до него доебался, чел. Не подойдешь? Я подойду, подойду. Как стандартная проблема. Накинь. А, у тебя нет скилла. Бля, забей. Висячий скилл. Он вплотную, по типа, ты будешь брать? Просто да, сквозь да. Пролетел. Да, это постоянно берешь по твою проблему. Я в теле тебе, типа, сейчас сказать, после этого. Мол, это он должен был умирать, но из-за того, что я дебил, он жив, и еще я сдох. В принципе, мне похуй, но... Где тут бар есть? По идее, он прям на меня влетел. Я выложил на базе. Синтерчак на базе выложил. Сейчас можно убить этого клинца. Да, получится. Окей. Аккуратнее, там. Ты опять погибнешь. Ну он да, уже все, он... Миди много героев вообще. Постоянно они ротируются сюда. У меня скоро шестой, под мой шестой. Нужно вам... Блин, что-то я тут умирал миллиард раз, пойду куда-нибудь погуляю. Надоело сверху стоять. Клинкс лежит. Можешь батл зарефилить, Миди? Не, не могу. У меня КДТП. Я как бы с базы на базу. Ох. У тебя, кстати, Клинк... куда тут стоит? Кликс ушел с бота, я иду мид. Мне не нужно. Хорошо. Я иду в мид. Да. Я хил, что ли, не знаю, парни. Типа, очень много героев постоянно в миде, и при этом еще на линиях посос какой-то. Не, у нас снизу все хорошо, если что. Так это все герои у тебя с... Снизу-то и есть, по идее. А, ну снайпер, нет, снайпер. Снизу у нас все время был ХД. Так, у меня вот сейчас шестой появится. И вы можете придумать мув. Придумать мув? Хороший план придумать мув. Не знаю, какой мув можно придумать. И они топ-вышку будут пушить, и у меня тут еще герои могут быть, да, вражеские? А я забатлю тебя. Давай, можно убить. А, ну да, тут принц. Я тут просто норма. Блин, на шестой не апа. Зря ты понажал. Боте надо вышку так. Бить, если кто-то приходит от этого, убивать ее. Я тпшу у этот, пушу вниз уже. Надо писать гол. Они с кинзом сейчас верхнюю вышку заберут. И я буду фармить тут всего. Ладно, а что ты собираешь из этого? Это... Возможно, икра, возможно... Орчит. Урна,
А это сейчас, вот, кстати, прикольная, прикольная шмотка, кажется, такая. Какая? Ну, Сержис Маск. Сержис Маск. Она сейчас много дает. Ну, дороговато. Для того, чтобы прям назвать ее прикольной. Дороговато? 220? Ну, просто для сравнения, ну, Базила типа, стоит, два... Базила стоит два раза дороже, а Регена дает не намного больше. Чё ждём-то? И всё. Кстати говоря, ты, может, успеешь апнуть шестой? Там поумирают крипы. Ну, это не уверен. Вроде не там бьют не того крипа. Там бьют какого-то... Уже забыл во время паузы. Франк, кстати, тоже шестой скоро апнут. Фурион, Фурион, Фурион. По фарму чемпион. Быстрее все голду зарабатывает он. Фурион, Фурион, Фурион. Пусть это можно сделать. Базилку Вейл? Кто? Я могу сделать, говорю, из этого. Да. А ты сейчас все это время думал, сидел, да? Че ты можешь замутить? Да, Некра это вроде вообще параш хаза. Солнце дали, конечно. Некра, я думаю, нам здесь... Ну, нет, почему, в принципе, можно. Да, не, вроде не... Ну, у нас Бэтрайдер в теории очень хорошо пушит, и я буду отпушивать линии. Да, вроде пуш линии. Да ладно, ну, смотри, медальку Метеор Хаммер можешь сделать. Можешь сделать урну Обливиан Став, например. Можешь сделать саблю и базилку. Саблю? Кто умеет с админом общаться, у меня нет. Я не знаю, меня он игнорирует. Чел, это вопрос, не связанный с паузой, аккуратнее. Какой именно? Про это техническое смеечка, поражение. А на Кубке России за это уже техлуст нам поставили. В смысле, не связанный? Так это и связанный, типа, понял? Пауза стоит, когда, типа, ну, через какое время техническая победа будет у нас? Из-за паузы. Хм, а, слушай, блядь. Так тебе надо было общаться с ними все это время, а не мне. Ну надо было бы, если бы у меня все они не были в мьюте. Блять, я не вижу вообще. Слушайте, а если мы будем отжимать просто паузу по КД сейчас? Ну, мне кажется, скоро время придет для этого. Угу. А кто-то что-то ответил вообще? Ну. Админ не отвечает, игнорит тебя, Эрик. Блин, парни, 26 человек в игре смотрят. Это наш путь к этому. Бля, киберспорту. Пауза это просто худшее. Да, у меня весь запал пропадает уже. Даже захочется просто нажать F9 и все сразу, когда видишь. Хочется, жми. Ничего тебе не отказывать. Ну я в матчмейкинг вообще всегда отжимаю, мне вообще пофиг на улице. Неохота ждать сюда. Но когда в твоей команде вылетаете, вот ты ждешь кота. Так у них даже не вылетел никто, он покурить, наверное, пошел просто. Написали же дверь. Дверь открывает, заблудился, блядь, лабиринт у него дома. Он просто живет на 18 этаже, двери и домофона у него нет. Да он это, нет, забей, у него дворец, понял, он пошел через тронный зал, проходит, сейчас его смотрит, решил, остановился. Соответственно, у скульптуры в стиле Людовика XIV посмотреть немножко, ну потому что на такую красоту не засмотреться. Да, но... захватывает, захватывает. Загнул, Ярик, загнул. Да, надо уточнить, дворец в стиле эпохи какой? Ренессанса. Или барокко, или там? Ну, даже не знаю, я, честно сказать, в этих стилях не особо разбираюсь. Блин, посмотрите на Идолончика, почему он настолько уёбищный? Просто реально, блядь, посмотрите на ебаного Идолончика, на его иконку. Что это? Что с ним? Я не знаю. Он всегда полупрозрачный такой, так должно быть. Да, его просто вжало, понимаешь? Я уверен, что Идолончики и Энигмы были нарисованы, ну, очень давно, когда сделали Энигмы, их ни разу не переделали. Это реально какой-то кошмар. Что это? Блять, просто какой-то, блядь, жироменталь, нахуй. Он и есть. Бля, вы посмотрите, как выглядят эдолончики, если открыть косметический набор Enigma.
А может быть, к этому человеку, ведь по-любому все эти задроты, они же все мелкие, может, к нему военком пришел, типа, на хату, вот. Ну, съебался уже через окно. Военкомом-то просто разбираться. Военком пришел, он, короче, смотрит в глазок, потом смотрит на компьютер, смотрит в глазок, смотрит на компьютер и в окно прыгает. Блять, осуждаю. Нет, ну он на первом этаже живет, он съебывается просто. Понял. А на компьютер смотрит, потому что он, типа, выбирает, что ему важнее, дота или... Вот это вот все. Вы лучше посмотрите, как админ пишет мемно. Да я не вижу, что я запятую через пробел, вопросительный знак через пробел. И мне больше нравится, как челы в конце пишут мяу. Это болезнь какая-то? Какие челы? Да, возможно. А оппоненты пишут мяу в конце? Ну, знаешь, типа вот какую-то мысль свою пишут в чат, запятая мяу. Бля, не зря не в мьюте у меня все. Кроме Хакона. Ну, Хакон мяу не пишет. Ну, блядь, еще бы. Понятное дело, Хакон мужчина-то серьезный. Ему не до мяу тут, как бы. Он пришел закончить эту игру быстро, чтобы пойти бустить дальше, а вот 9500. Как бы. Блять. Я вот хотел вроде сделать так, но теперь я уже не уверен, что я хочу это делать после этой паузы. О, да, чел. Ну, а я не уверен, что получится. Там и так уже это, 6 да, созданий. Да, они просто хотят, что мы передумали, потому что я вот половину этого времени думаю, может, мне ТП отменить. А у нас спрашивают, будем ли мы ждать, типа, за свое готовы? Время? Готовы? Они готовы. Готовы, все, готовы. Давайте, отжал. Гадан тут? Пойдем. Что такое? Мы не подождем. А, не опнулся. Чё, сделался так? Да, вроде да. Кайф. Он слев, хаста. Ты в топ возвращаешься? Да, я буду в хаста и в топе, тут больше не уйду. А мы вот этого человека не убьем? Да. Чё? Там уже клинкс под вами может быть снайпер. Я надеялся, что я печки как-то добью. Так, я вниз, короче, поехал куда-то. Пойдем до лат внизу тусоваться. Вард поставим, будем там жить. Так, все, есть хаунд. О, а темпларку, а у нас инвизом, нет? У меня сейчас умирает. Неважно, умирает. Темпларка мид ТП 2. Надо, боти надо вышку пушить скорее. Да, давайте. Я бы в мид стал на копе. Клинк стопишь, ты лау тоже. О, эту шмотку очень хочу. Надо пушить быстрее, я помогу. Я стараюсь как могу. Я помогаю. Жесть какая. Так, глиф нажали, челики. Если глиф что... нажали. Но мы вдвоем, если что, нам так-то это, блядь, пизды сейчас ненароком да, дадут. Вот какой-то хер тэпнулся. Все можно съебать. Ну, а парни всегда с вами. Могу в мид прийти сейчас и... Миди ничего не сделать. Тут мид центра стоит. Я скинул лопатку. Можешь уже бежать? Смотри. Ой, сори. Ничего. Клинкс может быть под тобой. Ты убиваешь Фриона. А и он тэпку прожал еще. Ну и отлично. Забираешь? Да. Блин, я не успею. Пеш. У нас боти забрали. Надо баунти руки. Ну, захвачу, что значит. А, ебал дадут нам. Ну да, но я пойду вторую заберу. В эти паузы, на самом деле, вообще супер в игре теряешься. Тебе нужен Далат? Книга. Книгу можешь забрать, наверное, если тебе надо. Да, возьму, мне надо. Левел мелкий. Миди сентри бы, о. И Фурон летит, смотри. Есть хаун. Я нормал. Давай, а снайпера внизу, снайпера. Не-не-не. ТП. Давай. Вы добьете, надеюсь? Ты добей миди. Я добью. Окей. Ладно, я просто уже думал, он умирает. Не-не, тебе пизда. Сэр. Нормально, я трава. Глиф нажму. Меди хотят. Ну, вниз надо. Байдом убьет. Классочка.
проще. Хочу. Лучшие парни, лучшие, лучшие. Лучшие. Упадет. Или упадет. Или не упадет. Знаем. Шкар. У меня, смотрите, чел. А, нет. Да, честно сказать, тоже я не понял, как это произошло. Сколько, интересно, ставим? А, ровно один хп? Я бы смаканулся через секунду. Я там точно должен был. Но у меня не будет хаунта, что? Что я не буду. У меня крип даже стало, пойду потисы. Давай, блин. Блять, я... есть еще крипы на карте какие-то еще? Манки проблемы. Да тут все веселая ферма ВКонтакте на карте. Я с ваной проблемы, пойду-ка я, наверное, через дом. Возьмите кто-то. Я с радостью. Веточек. Я нет. Лопатку. Че, не дайте или лопатку, или веточку, похуй. Так нахер тебе? Да ничего не надо, Нигма. Бля, ну что такое? Ты же просто лес фармишь. Мужики, я танк. Топер на. Клинкс миди. А че? В инвизе. Вот пушится будет. Я иду в сторону мида, у меня есть смачок. Они, по-моему, вниз. Мужики, ну мне реально что-то нужно, если что. Тут в инвизе кто-то. Хаунта нет, лететь не особо хочу. Скажите, если лететь надо. Да вроде не надо лететь. Там сгорели просто люди. Главное, мрашек не отдать на халяву. Дубларк и дизоль появится через пару минут. И они с фрианом очень быстро убьют его. И стиражек не отдать, они вообще не могут снова брать. Челы, или это самое, блядь, или одно, или другое. А, блядь, я не успокойся. Что ты, дайте. Ты не играешь в доты, ты треугольник АФК. Блядь. Смотрите, сейчас тильтовать начал, тот же дайте. Ну да, кстати. Не, я нихера не дам, он, блядь, что-то выкендрит. Я тоже не дам. К тебе, честно, вверх. Ёвки, блядь. Да, понимаю, меня сложно ведь. Если бы ты пришел на эту линию и пушил тауэр, я бы тебе дал. Ты... Okay, я, блядь, я не буду пушить, потому что, блядь, ты и не дал мне нахуй. Я вниз подтягиваюсь. Пойдем пушить. Я вот придешь пушить, я тебе дам лопатку. Бля, сейчас ты дусик. А у тебя фласки есть для меня? А, они уже могут бить парня. Мы можем пить? Я иду с лопаткой. А, они бьют по всему время. Да. Вот тут стоит в центре опция. Эй, ты обещал. Там расшанируют. А, надо. Я не прочекал. Я готов лететь, но я без ульты. Я тебе дам колоретку, Андрей. Я лечу. Кажется, пора. Я на фуриона прыгнул. Сейчас свяжу кого-то. Меня не могут убить, я их просто выгоняю. Нет. Не могу. А чё? Почему? Не могу, у меня КД еще вас. Блядь, куда я прыгнул? Там красные, остальные двое. Бить надо. Через 5 секунд могу. Я, кстати, из лопатки сейчас выжил, еще, блять. Поздравляю. Вообще норм получилось. Проблема в том, что Рошика мы вряд ли задефим в следующий раз. У меня ульт есть сейчас, если они бьют. Не, они сейчас не бьют. Просто сейчас они бьют, пойдут через 30 секунд. Хотя через спидкам фуриона могут, типа, по чуть-чуть начать колупать его. Нет. Да не думаю, Боник мидит. Да не. Там половинчатый расшан. Да, он очень битый. Даже меньше было. 520 было. Кемпер, смотрите, снизу там что-то это сам выдумывает. Я не хочу бот лететь. Спорьте сами кто-то бот, я возле Рошика хочу. Я отпушу. Клинкс тот у меня. Блин, у меня очень мало. Бон тот сейчас будет. Я просто, я еда для клинкза такая, типа. Вот для этого клинкза, кстати. Я бегу. Неловко, да. Мы, получается, оба еда для клинза. Не, я нет, я прыгиваю, но тут не был готов. Рошана они будут добивать сейчас. Будешь брать? Да. Не, вообще... Аня, вот они уже отбивают Рошки, что? Давай этого туда убьем хотя бы, я иду тоже. Блять, похуй на этого Рошка. Да согласен, он дает не так много дает вначале. Ну, один раз манга 3 нормально. А курица что хочет? Не летит. Шмотки доставить, думаю, хочет. Смотрите, на меня нападают. Да. Я клинкза убью.
10 секунд у меня. Дал мой. Вольт, ко мне ведите. Го еще, темпларку, парни. Я накину, вроде. Что-то она жирненькая какая-то. Мама, мне стрёмно дальше бежать. Окей. Сильно даю вроде. Смотрите, они гниют. 10 секунд до даггера. 10 секунд даггер. Все. О, арчит. Ух. Да-да-да, неприятно. Упрён арчит, да? Да. Она от бочки шум умрёт, мне кажется. Норм. Блять, что творит? Да, сука, что я сделаю? Так, рядом, конечно. Сломать! Убьёшь. А, ну я уйду просто. Ну, нормально, я бабки получаю из этого. Класс, круто. Они свой этот PowerPoint проебали и все. Ну да. Там тут Crimson, кстати, очень хорошая шматка. Microsoft PowerPoint. Да, проебали его и все нахуй. Слышите, парни, Crimson очень хорошая шматка. Это правда. Да, я думал сам купить его в этой игре. Я так и сделаю. Так, я мид заберу фарм. Хаун появился. Здорово. Ник мой ульт, я так понимаю, сейчас был. Забейте хуй на мой ульт, нам вообще на него не стоит это смотреть. Лишнее. Да там на самом деле мало кто сбивать. Ой, может. Бать почему-то полетел на крипа. Там как минимум снайпер одного хватит, чтобы сбивать меня. Хорошая шмотка. Ну он без огонима долго сбивает, если что. Пока зарядит, пока раскат. Я вниз иду. Я бы пошел вот сюда. Хули они там. Хватит. Так, шаль для кого-то парк дропнул. Скажет вас выебали, сэр. Мэн даун. Ой, сенсринг беру. Хорош, какой гений. Гений на битрайдере. Я возьму. Бля, понял. Я тут поставил. Там это еще шаль есть, значит, она тут там не знает. Заспейсил, пожалуйста. Да, я понял. Бегу на бот. Хотел. Прям запинаю его. 5 человек снизу. Я топ растолка. Смотри, есть детекшн нажать? Да, он потратил инвест. Ребята, а ульт, уж кнопки, блядь! Кнопки на месте. Чётко. Мужики, а я тоже иду, смотрите, на вот этого дядю. Я не успел, так не увижу. Здесь. Он с кем-то рог бегает. Старайтесь без хаунта поменьше. Подойди сюда. Ой, спасибо. Ой, боже. А аванпост, кстати. Глинк, да, надо брать аванпост снизу и, возможно, еще какой-то верхний подъехать потом. Чё? Ёбка какая-то происходит, непонятно. Я мидл тогда по фарму что-то. Всё, блин, дизали это парк. Там, кстати, два дизали вроде. Смотрите, фурион сейчас, небось, пойдет верхний захватывать постик. Давай, нажму ТП уже туда. Ну, нижний я не хочу идти там, ебалом торговать. Да, я правильно. Вот сейчас тут не. Опа, смотрите. А, тут еще герой. Сейчас так, а что, давайте. Это парка боти и да. Джекера тоже. Кто застанет? Это парка Джекера все еще боти. Давай. Еще не хватило. У меня телепорт был неделю. Как меня это бесит на самом деле? Всегда что-то, блядь, не хватает. Бегу умит на этот чел. Он заебал. Да, на самом деле тут, если мы дождемся антидефазов, да. Мы выиграли. Прыгнешь? Хочешь? Сам, я долго. Но... Ну ты долго как. Да я не хочу просто светиться, типа. Он супер жирный. Так, вот так. Не надо. Да. А, все уже. Просто мы его убивали легко.
Ладно. Я ничего, парня, в следующей игре будет. Хаун 10. Манта уже есть. Хаун 10 есть с Мачелло, я могу нажать сейчас с Бэтрайдером Никвой. Крэфт, это просто такая клоунада, этот чел на Клингзе. Ну его только батик может ловить. Большому счету. Я без куплю дефоза, куплю досты тогда. Вот здесь сидят, пойдем их убьем там. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну я очень сильно уже. Я тоже готов идти вперед танковать. Ну я типа сдохну, но мне поебать. Я за бардик поставлю. Детекшн не забывайте. Вот, смотрите. Бежмахаун. Вот тут инкварку, инкварку. Первый. Я нападаю на инкварку. Фуриона бьем. Снайпер с аганимом. На меня вроде не могут убить, хотя вообще могут. Ему очень, да, ему очень плохо. 4 секунды до даггера. Умрет, пойду. Это была тизи. И че, он умрет? Сейчас прыгну еще раз. А, у него Essence Ring. Снайпер с говном этим. Ну все, Зерта точно умрет. Нет. Так а вот дальше че? Не. Нет, дальше не повезло. Батикач много. Да, блин, я наверное, кстати, заберу. Не, я плечу. А, блин, а нет меня. Ну ладно, ребят. Ну там топ, в принципе, тоже кач. Сдох от макропира со шрапнелью. Ну ты им нанес урон в ответ зато. Это правда, только их не убили. Как не убили, все сдохли там. Ну, снайпер как минимум не убили. На него на самом деле просто прыгать и ебать его нужно в первую очередь. У него никаких сейвов нет. А, я буду это делать, наверное. Не знаю, он очень много делать. Да, как только дефаза появится, я буду, что его, чтобы не за первыми фокусить. Ждем. А сейчас куча ПКБ будет. Кринг скажет драку, просто зачем-то на меня нападает, убивает. И на этом я заканчиваю. Ну, надо ему урон зарабатывать. Он же урон зарабатывает. Бля. Ты ответил у них или что? Да трапы были просто. Трапы, трапы. Да. Кругом трапы. Все, все в трапах. Смотрите, вот идет чел. Идет чел на сайт. 30 секунд хаунт, меня не будет сами тафра. Больно. Ульт потратил клинзюх. Клинзуха коня сейчас, когда 110. Клинкс без ульта. Да ульта у него говно, на самом деле. Не надо. Хозяин без ульта, он еще нихуя не делает, по-моему. Фурион чуть наверх летит. Там ДД. У спектра. У спектра, я имею в виду. Да, вроде у нас. Да. Чё? Снайпер тут был, это ли он там все еще. Будем бежать за ним? Да. Хаунд есть, дефузов нет. Улетел. Там БКБ почти в этом парке. Я буду с Энигмы ходить только. Да Катя и Катя надо эти БКБ. ВКБ их пока что сложно убить. Смог нажмем? Блин, Стейк. Лучше подождать диффуза. Все золото. Я продам бенд. Окей. На, не Рошана не убивают, или... Да. Чё-ч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 ё-
Это правда. Да, тут надо делать что-то. Ну, забейте, кину, забейте, быстро слишком убили. Слишком быстро убили. А, и что-то уже арморы нихуя не работают. Сэр на клинзе. Ну я тогда на деда буду прыгать всегда. А там глимера нет случайно у Джеки раньше этого? Вроде нет. Так, послал манту потоп или что до базы? Ну, они, по идее, обосрались с атакой уже. О, у меня Т3 сломали. Есть смок, я рейф леща будет. У меня есть. Нажми, нажми, нажми смок. Я в спину выйду.
Надо что делать, ребят? Я связываю. Ну, вот что, я рму хаунтера. Апер убил. Темпларка, он видит здесь. Так, нельзя сядем? Да, волк нельзя. У него сэр, у него сэр. Да. Ну, можно мы его убьем. Бьем уже. Бьем. А еще дальше? Можно дальше. Я прыгаю как ебан. У БКБ нет рана пока что. Я застрял. Так, мне нужна помощь. Я застрял пока что. Можешь на темпларку сесть? Я френ уже бью. Он улетает. Да, френ улетел. Тут темпларка. Вот темпларка. Бегом темпларка. Я Эгисом. Ну я Эгис собью, там посмотрим. У меня манта будет, можем бить темпларку еще раз. Френ вернется скоро. Ну, вот поняла. У нас даже барак выжил. А. Чётко. А с Ираегис они проебали, бараки живы, так что все это нормально. Да, конечно, хуйню я насобирал, на самом деле, надо было какой-то БКБ делать. Я думал, что я буду с арморными предметами хотя бы танчить что-то, но там слишком много дэмэджа. Да за БКБ на самом деле ты тоже не сможешь что делать, я просто клин субъект. Ну да, но мне нужна поможешь. Плита здесь с нейтралов, иначе типа все равно будет тяжело. Да, кстати, новые шматки сейчас. Да тебе. Да не, блин, БКБ ты просто прыгаешь и сосешь кого-то. Да, ну я сейчас или блинк, или БКБ начну с этого. Реперки, дропал. Мне типа по-хорошему грифсы, конечно, еще заканчивают, но тоже ерунда. Похильте барак, реперки там. Да такой себе, по-моему, похер на этот барак. Вообще, кстати, согласен. Ну я буду таскать реперки, это на всякий. Орб. Да, Орб, давай, ну. Да ладно. Блин, какая шмотка. Да ладно. Да, сейчас появится, надо. Блядь, плохо, да ладно. Так, у них вот здесь вард стоит. Я сломаю, вас видно там. Нет, я тут с некрами бегаю. Вот, ну, вот здесь только. Тут. Окей, я сниму, можно? Сломаешь? Своему варду хуяришь. Там что, нам сильвер может это взять, может выучить. Ой, я эту шмотку я бы взял. А ты сам себе не хочешь это? А, дистракшн? Не, варп лучше тут. Лотару фура. Сильвер будет покупать. А, так, у меня немного. Так, я тут подтусую. Что, блинк на бате есть, можем сходить куда-нибудь. У меня хаун готов. Можем, да. Вот какую-то темпларку развить. Жмите втроем под меня или что такое, или вдвоем даже. У меня нет смока, у нас нет смока в принципе, или что, или у кого-то есть? Нету. Тогда... Нечего нажимать, получается? Да, просто бот мывайтесь, я тут пушу. А турист под залив, или просто? Нет, в смысле. Да я здесь, но просто... Ну просто давно ничего не говорил, я на всякий случай узнал. Сапер в боте стоит просто. Ну может замьютился, знаешь. Слэ, я только недавно разговаривал. У него гост у снайпера. Я на лифай рашу. Давай. Блин, гост хочу купить, потому что я ебал. Я такой бедненький. Ну там тоже на лифай будут покупать. Клинса уже... Надо схватить его на гости, я думаю. Да. Захват. Сайпер все еще в боте один. Ну, вот он, кстати. Привезешь сюда? Да. А если есть смог, можете резко в бот побежать, в топ побежать. Он взорвался. Его нет, смог. А мы можем просто взломать. Баунти рунки. Ну я парни с вами. Я добиваю 0 фару. Надо забрать вышку. Топ, нечего делать, надо. Товар сам идет. Они будут дефать, что мы. Пока, мне кажется, не хотим, потому что я еще вот это вот хотел бы забрать. Да, они вряд ли будут дефить, там нет снайпа. У вас правда урона нет без меня. О, у меня не край есть. А вверх дефать мы сами-то не хотим. Бля, я с радостью, я пошел вверх. Ой, сори. Да. Они будут дефить, бот. Так что, мы будем пушить? 20 секунд у меня. Нет, не, не надо уже. Там уже дефать. Не, надо. Тут заманили энигму. Или фармили. Так мы по. А, ну мы без Энигмы, Энигма улетела, тогда это реально юзерс находится. Ну надо уйти отсюда вообще, по-хорошему. Теперь да, еще надо было забрать.
Там next рашек не скоро. Next рашек нельзя им отдавать уже. Мы сейчас сами его быстро убьем. Все вдруг. Я сейчас смог несу. Давай ты можешь сейчас смог нажмем. Вроде все отпушим. Можно. У меня будет нулифайр и снайпер вообще не надо будет. Надо вам надо без меня нажимать, потому что я буду топ отпушивать. Интервалах плечу. Блин, как мы тогда инициируем? Ну, нельзя. Лучше уж без меня типа жмите. Бать, вам сопресса смоки нужен, если мы хотим убить что-то. Так, я вообще могу сам топ пушить, если надо. Вот лучше, чтобы спектр раз. Ну пусть бат отпушит пачку одну тогда и нажмите потом. Вот тут, они тут, под топ. Они сами там 5, их тут 5. Так давайте нападем на них, обойдем. Ток до нулифайра, надо брат. Ждать. Ладно, можно подождать. Можешь нажимать уже. Какой нулифайр? О, сядь, не без этого. Пойдем, через, так, я только так. Через 10 секунд нажму смок. Ой, нажму ульт. Уф, реально сильвер. Тут кто-то? Все, я готов. Кликс был. А чё, если вы подбежите на них, вы чё, отнели? Я лечу, здесь. Я напрыгнул, ай. Кадри поставил. Я снайпер, снайпер убью, снайпер убью. Да, на конец залечу. Антедекшн есть? О, да, он подсмотрел нас. Да, мы его с тобой. Там байбек. В этом парке тоже на лифар. Клинкс байбек. Ой, мужики, сейчас, сейчас дам. Какой валить, поехали! Хорош, Андрюх. Мяко. Да, я, блядь, нажал бы, если бы хотя бы одну кнопку, было бы кайф. Ай. Байбэк. Вернулся я. У меня нет байбека. У меня есть байбек. У меня тоже будет. Я за дефа. Надо репайр кит еще дропнуть для батика. Если батя байбека будет. Дропнул. Много байбеков там дали. Ну я тоже байбек раздавал, будем вдвоем дефать. Тогда лучше ты байбекайся. А, я, ну как бы... Понял. Один. Да, вам придет в любом случае. Лифти, жмите бака. Я контролирую глю. Катар лох останется. Блин, ну я нажал. Я нажал, они пробивали его. Они пробьют. Блин, это очень плохо. Можешь... О, бля, ладно. Рип. Можешь что? Я не успел фаерфлай нажать. Там сайленс с этим залетел. Да, ну я и репер кит не могу кинуть, потому что... Да, там не поможет он. Ну да. Слишком долго до меня ждать. Рип. Ну накинь, наверное, мили барак, чтоб был. Бля, ёб твою мать. Чё такое? Купился артефакт охуенный. Убейте клинза, у него байбека нету, нету маны у него. 15 секунд до меня, я убью. А вот Андрей нормально шмотка могла. Получается так. Сидел там что-то. Нам да, он регенится. Я через 5 секунд его жахну. Ой, я дам. Да, он умирает. Я его. Так ты сейчас всех жахнешь, что ты этого, и этого это тоже без байбека вроде. Бля. Да они заебали на ухо ПВ. Ой, это ж нулифайр ТБшки больше не сбивает, это провал. Надо следующего Аршана забрать. А он уже есть, кстати. Ну, там без байбека. Кстати, вот эти оба без байбека, мы по идее... Ну, если рашки есть, можем пойти убить двоим годом. Только нужно сентри тебе купить. Ну, я не... куплю. Ну, я тебе типа, а, ну у тебя вообще не кража есть. Крака дал мне. Ну, так, будут, мне, типа, мне нужно этих будет... двоих нет очень долго. Захватите аванпост, мы туда посыпаемся сейчас. Мне нужно будет да, пятихатку да. Где-то очень срочно заработать, потому что сейчас Black Hole может реально вот уже нет. Начать работать. А чё ты купил? Сильвер Эш. У меня, блядь, все грифсы собрались вместо БКБшки. Баунти еще. Че, рашки есть, надо чекать. Парка 23. Он не может не быть. Не, там только там резко недавно пришел. Вот кого. Фуриона. Гиперстон. Я против Фуриона с минус 30 сторон, конечно, играть сейчас тяжко. Вот смотрите, наглец какой. Т2 желательно не отдавать, это важно. Рано будет торн. Стой на рашане, стой на рашане годом, он сейчас появится. Ой, самый поздний рез. Ну чё, надо то драться, 30 секунд там, мы не успеем убить. Всё, я иду. А ты сломал трапа там, хотя бы? Нет. О, да это плохо. Чисто. Сам. Ну не знаю, с чего у нас есть смог?
Да, надо пойти напасть на них, пока лайн хорошо стоит. Но смока нет, но можем просто напасть. У них байбеков нету половины героев. То есть... Пойдем, нужен бат. У темпларки есть, по-моему, еще кого-то. Без байбеков. Где снайпер, где снайпер? А, снайпер еще будет. Дайте фурчу. Фурч, ребят, фурч сзади, наверное, надо его. Но он без байбека. Айт, пал. Меня душат, у меня есть байбек. У меня есть байбек, парень. Нет, что ты делаешь? Я на снайпера сел. Темпларка, смотрите. Я снайпера убил. Да темплары доебались. Ого-го. Да, так это соль для Влада получается, чешо? Горошек убил. Я без байбека. Может кто-то мид параллельно пушить. Но мне желательно кто-то что-то помог. Гадам, поможешь? Да. Надо либо не крали, либо какая-то такая хера, что-то помогает. Но Энигма, да, Энигма пишет тавр мидя. Пишу тавр мидя. Мы должны много успеть сломать. Ну, так я забил линкой, что? Тут у них глифы, конечно, глиф на глифы. Там бы забрать что там? Там рефрешер для Энигмы или для кого? О, да, мужики, о, да. Даля, кто у нас без вайбека в итоге сейчас? Я. Да, все, я. Кроме Энигмы. Я там пошел. Но Аегис в том случае я забираю. Нам бы мид, ребят, успеть сломать. Ну типа время много. Шмотки там выпадают, кстати. Так, чё по сыру, есть. Мужчина? Беру без байбека себе тоже даггер. Мужики, надо успеть сломать. Да, надо пушить что-то. Так, надо сыр мне забрать. Со мной давайте дадим. Давай. Чуть, подожди, я сейчас на базу слетаю. Теперь запасишь. Там мы не успеем, кстати, нихера сломать. Хорошо. У них еще глиф. 50 секунд до этой штуки. Да, наверное, просто это 2. Есть один на топе забрать. Вытащим кого? Парни, я далеко. Гоу-гоу-то один на топе заберем. Не будем рисковать пока что. Надо еще раз подраться. Мы сильнее намного, чем они драки сейчас. Я даже теперь могу первым идти в драку. Байбеков тоже нет, просто в этом опасность. Я вообще не показываюсь драки до того, пока это темпарка не прыгнет с кого-то. У меня хаст есть, БКБ. Пол призму бы найти. Они сейчас сами смог могут нажимать. Да, легко. Я думаю, они будут начать, чем мы. Ну, по лампа. Вот это я бы взял. Ну, у меня говно было какое-то. Ну, выбейте тогда еще какие-то шмотки. Хорошо, я сейчас найду тебе два. Надо пушить вверх, пушить мид постоянно. Короче, вот здесь играть, вниз вроде отпушено у нас. Ну то есть. Но ты, Иван, можешь шорт взять, Влад, пока ничего нет. Вот это возьму. Кольцо. Давайте вот эту тир 2 вышку заберем и что-то тут туда-сюда. Пойдем. Ой, кстати, это... Мид пушится стильно. Я мужиков отправил туда. Мид это для бэтрайдера работает. Я запушу. Вангард, Адам, лечайте. Аккуратнее, врага нет. Аккуратнее. Это чисто. Враг напал в миде. Да. Без байбека. Можем без батика подраться пока не стоит. Можем. Там годам идеальная шмотка будет, а по 25. Да. Я не хочу менять квикчарм. Я возьму. Но пока что она есть. Есть глиф, есть. Парни, надо прямо сейчас напасть. Андрей, будь чем. Я буду сейчас прыгать под ульт. Тварка будет прыгать под ульт снайпера сейчас. Я могу забайтить ульт снайпера. Я уже ультую, парни. И прыгаю снайпера. Снайпера убил. Надо пробовать дальше гнаться. Но такой себе, наверное. Мы на вижене, не надо, не выходить. Да, лучше уйти. Задефили без бата и нормально. Смачок только въебал. Давай, это победная наша, ребят. Возьмите книгу, кому нужна. Это Годему надо. А, Годему есть. Мне книга вроде не особо надо. Гадем на 25-й? Гадем есть 25-й. У меня есть 25-й. Так, Грим может взять. Фурион летит под мид, Фурион летит. Мама звонила, говорит, бешпарман готов, приходи. Блин, кайфово. Что готов? Просто проебывать. Бешпарман. Можно повторить? Говно этому выбил. Да это тебе, наверное. А, темпларка. Миди что-то бьет. Да, у меня вот это есть, мне это нравится. Тут вар надо чекать. Так, у меня бабочка будет без байбека, а Егис еще 2 минуты. Ну так все, пойдем пиздым, давайте. Клинк с блинком вот здесь. Я могу начать с сферы. Вот, вообще, блядь, все, пойдем начинать. Давайте.
Вон ТП можешь нажать, успеешь? Не знаю, не успеваю. Алифайр больше не сбивает, обидно. Надо вверх и нам дальше давить. Если только... у вас есть смог, можете нажать прямо сейчас, пока эгзит. Там вроде откатывал просто. Он, простите. Ну я топ должен лететь дефить. Там кто-то потратил. Хаунт есть. Ну пускай у нас спектра дефит топ. Мне бы гем, но денег нет. А мы должны вместе там в миде, в районе мида как-то тусить. И подпушивать потихонечку. Сраная игра. Сколько у меня, денег? Если что, есть сыр, который мне не очень-то нужен. 50 секунд. Давай, барабан, я тебе сыр отдам. Тебе, мне кажется, давай. Он зайдет. Не, давай мне, давай. Ну вообще, а когда игры закончится, я бы взял. Мне кажется, спектре заебись. И у Плинкза, и у этого есть оба. И там парки. Блин, парни, хочется очень сильно писать, БРБ. Хочется пойти пизды дать. Да просто сейчас. Они сейчас сами могут напасть, у меня Айгис сейчас закончится, ВБК нет. Очень сложно выйти с базы сейчас, из-за этого двух сторон потери. Никого не видно нигде хода. Все, я усмирил. А что он писал, что он писал? Когда уже тех вин. Гадам, положи себе на месте. Инвентарь Orb of Destruction, чтобы если мы пушить, пойдем, ты переложил. Окей. Я отжал. То я не хочу боковой перекладывать. Ну, все, вот это есть. Вообще похуй. А что, мне чат использовали без нас? Я буду последним спать заходить. Ну, я тоже тебя извинял. Я тоже последний бомбе. Пройдем, может быть, за спектром. Но я могу первым. Я хочу начинать с ульты. В ББ, конечно, первым прыгать. Бежать. Иди, отпушивай топ, мы постоим за тобой, но я постою. Да, давай. Ну надо еще кого-то. Тогда нужно, чтобы еще кто-то стоял за мной. Вот Энигма и я можем стоять. Они меня очень быстро могут забирать, если бабочка не прокнут. Энигма, это я. Всем привет. А у тебя Егис. Ну, Егис закончится сейчас, вот через раз. Они, я думаю, потом ты просто и будут нападать, мы можем как бы... Он закончился. Они сейчас будут нападать, мне кажется. Будь готов. Ну, а держи кнопочку на БКБ. 42. У тебя БКБ есть? Ну, на вот этом. Не, он внизу чертило. У тебя пеньки вот вышли. Пени вышли. Как кажется, они вот здесь хотят. Ну да. У них на самом деле пока нет ответа на бабочку. Мы намного сильнее, чем они в драке. Так сложно запросить всё, конечно. Парни, надо уже быть в позиции на боте. Я улетаю. Смотри аккуратнее сейчас тут. Да, всё, иду. Что-то никого нет пока. А, я улечу. Они тут стоят. Да тут они стоят. Был бы смог, можно было бы ворваться, но смог. А я проебал его, ребята. Это был я. Куда ты проебал смог? Ну я когда там это, движение какое-то было, я думаю, сейчас в смочке ворвусь. Это... Хочешь Фуриана за хант убивать? У меня нет абиссла. Но не факт, что убьем его. У меня есть сфер. Так, у меня байбек почти есть. Ну там сейчас тоже у всех уже байбеки будут. А мне... Они четвером все так же стоят. Мне 700 золота надо на байбер. Почти есть. Я боту продам. О, у меня 30 секунд байбек, денег не хватает. Нет, вообще, нам точно нужен гем. Будет закинь. Да, купать, правда? Я могу носить, но купить не могу. Да, тут никто не может всем на байбек нам. Я хочу мид отталкивать, не бояться. Все, у меня есть по-хорошему байбек. Бы завардить это Рошика. У меня есть он байбек у Бетрика, есть байбек у Спектры, скоро через минуту будет. Но мне по золоту не хватает. Ну только Дулата нет байбека пока. Но у меня 50 голды, это байбек сейчас будет. Ну, на самом деле нам нужно, чтобы Спектра шла первая, байбекалась, наверное, и прилетала. Да, это идеально, но я лайны должен пушить в этом минус. Да. Да. Это потерь двух сторон. Я бы, конечно, на этого Фуриона бы нападал, даже без смока. Да? Да, хотя сейчас это может быть байт, конечно. Конечно, они так же в боте сидят. Но... Да, обосрался что-то. Они могут и не сидеть в этом проблеме. Да, они на тройке, 100%. Ну, можем туда дать. Да. Тут подстелил чел.
Тогда... Короче, я бы попушил здесь. А, и может быть убили бы чела мы. А, ну так вот, немножко палевно. Да. Ну да ладно. Здесь ты можешь. Можно здесь отсюда тоже вот. Во-во-во. Ну я могу нажать хаун? Не, не, уже можно. Не надо, пожалуйста, пока что. Я думаю, что они сами сюда придут. Да, но у них тут... Ну да, же, они да, вокруг Рашки хотят играть. Рашка уже мог апнуться. Надо трапу когда там ломать. Тебе надо, Андрюх, к нам смещаться. Надо. Надо пушить. Блин, мид пушить еще важно очень. Что... Да я сам отпушу мид. Понял, да, принял. Ну смотри, сейчас все равно лучше тебе так не... Опа. Скаутят. Вот просто они прямо сейчас могут быть хорошие. Давай уйдем отсюда. Убирайся быстро. Парни, нам нельзя уходить, нам надо быть аккуратно. Да, у нас есть смог, давай нажмем смог с батом. Давайте, вот я тоже в смог пошел. Парни, я хочу на боте Кнекса убить. Хочешь убить, убей. Вот с блинком, если что. Так, все в пеньках, если что. На я гем возьму. На меня, вовремя я гем взял, конечно. Так а чё, мы тут пизданы? Так да, они все равно пойдут на ХГ, мы ХГ. Да их бы убить. Минус в том, что они могут пойти на Рошку прям сейчас. Там должно быть Рошан еще. Не, уже там резко минус назад пошел. Пошел первый, да. МКБ. Ташки. Блин, ну нам и без Бэтрайдера, мне кажется, нужно идти. Да, надо идти на Рошку. Нельзя им отдавать сейчас на Рошку. Можете побежать туда? А, пробить. Быстро. Но это с Аганиум, с рефрешером. Рефрешер не нужен там никому хотя бы. Тут принзурить. Так, Кинза уже сильно. Так, аккуратненько. Ну, в идеале, конечно, 58 секунд подождать еще. Но мы, скорее всего, будем драться без Бэтрайдера в любом случае. Рефрешер Фуриона. Он может снять 0 файр этим, да? Не, ничем не снимается. Ничем не снимается 0 файр. Давайте сразу пизовим, давайте. Да, конечно. Как только они подходят к базе, я ультую и прыгаю на снайпера. Танчить мне такое себе, мне кажется, и байбекса. Если Кингс поднимается, я... Бля, Кингза цер. Кингза ганим еще. Тут больно. Их еще подобило. Ну че, парни, я прыгаю на снайпера. Давай. А, у него БКБ, блин, есть. Я не видел. Можно отойти? Можем? Да, можем. Давай. Себя. У него Минотавр Хорн, я его не убиваю больше соло. Я запрыгну сейчас в снайпера. Как мне надо похиляться чуток. Можно и Кингса заберсить, если что. Если что, прыгай. Фуриона. Я пока не прыгаю. Не умри. Бля, я его нажал. Мне надо отойти по регенству, а тут твар стоит. Да. И все отпушивает, надо тоже подрегенить чуть-чуть. Вордишон. Владмир был бы нам хорошо. Я сломаю число. Я могу купить Владмир. Ну, наверное, байбек оставь потом. Блин, сложно, на самом деле, мне нужно. Можно, у нас есть смог? Прямо сейчас есть смог. Надо на хайку просто в них бежать, да? Вот сверху. У меня байбек есть. Ну, блядь, он бегает просто. За гем нас. Да надо пойти, да. Ну, типа, можно забрал. Выйти с базы. Я не могу вот никуда выйти с базы. Ну, может, они сейчас попытаются просто зайти, и у меня есть байбек. Мне по-хорошему прыгать только в темпларка, потому что она мне сбивает, если что, ульт. Вот, но проблема в том, что у нее, блядь, есть даггераут и рефракшн, и аегис. Да, аегис у меня еще. И, вот типа, чем? В итоге мне пиздец сложно что-то сделать. Там линза и чай торт хейт будет скоро. Какой же ты мерзкий. Снайпер 25. Обосрался, кстати, челик. Парень. А надо добавиться гриму. Грим надо добавить сюда. Так надо убивать, ну, напасть убить их.
Да, Егис был. Я прыгнул, я прыгну после. Не, ну это лишнее. Да похуй. Ну, это правильно. Снайпер. Барка бэ, барка бэ. Я на бэкер прыгал. Фурион летит. Фуриона можем? Давай. Фуриона, бейте, бейте по Фуриону. Все байбекаются, ребят. Фуриона сейчас... Я не могу каждого дойти, у меня кринс. А, ставлю. Все, у него рефрешер. Ох, он. Посрался уже. Я замедлил кинза. Фир. Даст там. У меня не, мне надо выйти, надо выйти. Фир даю. Окей, бью Фуриона. Мне надо подвыйти немножко. Мне тоже надо выйти. Регениться и вернусь. База в говне. Я гем на базе дроп. А, ну так у нас минус все. Да. Неожиданно. Эльфрешер есть возможность купить на него? Ну, есть, но, к сожалению, не дойти до базы. В смысле, до базы? Ну, до этого секрет-шопа. Понял тебя. У тебя байбек есть, да? Да, есть, я байбек. Отлично. Нету. Я байбек, пусть нас кинет с базы, правда, бьет. Там трон. Будет сейчас Андрей туда? Не будет. А я пойду бешу хавать. Хоть какие-то хорошие новости получаются. Бля, я, конечно, хуйни насобирал в этой игре. Реально, надо было просто делать самое БКБ даггером, мы бы выиграли вообще без проблем. Какие-то, блядь, мейки, блейдмейлы, нахуй. Сегодня же нету больше катка. Но Бладмейл это да, это было. Там, блин, по-моему, должна была быть, если бы мы выиграли, но. Если бы тебя пронесло. Чумпани, когда цивилизация? Завтра. Бля, да я хоть сейчас бы на самом деле в цивилизацию шел бы. Я бы тоже пошел в цивилизацию. Не, я в цивилизацию пас сейчас. Вроде собирались. Босс Survival можно... Adventure проходить. Босс Survival Adventure. Да, 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 с говнилом. Ебать. Это жестко. Да, парни, а мы беж, конечно, не пойдем хавать. Мы уже похавали. Ладно, тогда если цивилизация не будет, пойду отдыхать. А что такое беж? Можно узнать? Беж. Бешпармак. Это национальное казахское блюдо. Блин, выглядит очень круто. Ой, блядь, как же хуёво я сыграл эту игру. Сука, сука. Парни. Ой, есть хочу теперь, блин. Это на мне, ребят. Эта игра на мне, конечно. Конечно, на мне эта игра. Да, совсем бывает, Андрей. Ладно, я пойду. Давайте, пока. Давай, ББ. Просто надо было сразу БКБ, там никто не сбивает. Сделал бы БКБ, потом бы сделал даггер. Типа, просто что-то подумал, что там физовики 3, нужно армора побольше набрать. Набрал армора с мейки с блейдмейла, но в итоге все равно умирал с двух ударов каждого, потому что минус арморов еще до ебени матери. Короче, ошибка, блядь, ошибка нахуй. Что не открывается стата. Так, ладно, гайз, пока дела я убираю туда. И барабан.